Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, ну что, давай сразу перейдем в события и посмотрим, что нам доступно. Белая мгла, могучие деньги и еще зубастей. Дрожь земли и боссы всемирных событий. Кстати, именно из-за боссов всемирных событий у меня не получилась прошлая серия. Потому что, ребята, я зашел в поединок, и игра вылетала. Постоянно вылетала. Вплоть до тех пор, пока я не отказался просто от боя. Поэтому, грубо говоря, у меня серия и не вышла. Так, ну что, давай, наверное... Так, подожди-ка, посмотрим, тут у нас что. Есть смысл пройти белую мглу. Есть? Есть. Так, Унтатерий, Энтеладон и Элесматерий. Значит так. Здесь я возьму... Наверное, синтетоцер... Нет, я возьму все-таки шерстистого носорога. Синтетоцерез и... Дипротодон. Блин, а у меня выдержит ли он? Выдержат ли они все? Я думаю, выдержат. Пошли, как говорится, была, не была. Ну что, для начала неплохо, да? 341 атака. Считай, половину здоровья мы у него отняли. Так, что он будет делать? Меняться ему нет смысла абсолютно, ребят. Так что, давай еще разок попробуем. Предсказуемо, честно говоря, это все было. Что он встанет в блок. Если он на что-то надеется здесь покрупнее, то хочу его расстроить. Ничего у него не получится. До свидания. Так, выходит Энтеладон. У него 114 к атаке, это уже посерьезнее. Это тени какие-то там 56 к атаке. Ага. Раз, два. Да, давай я все солью. Все солью, ребята, и... Да, мы его выносим. Элесматерий. 81 к атаке. То есть мы себя чувствуем абсолютно в безопасности, ребята, потому что, ну... Две атаки мы попадаем, и ему крышка. А мы попадаем. Все. С первым поединком вроде бы разобрались. Индоминус Рекс у меня, ребята, уже есть. Я уже говорил в предыдущем видосике по черепашкам, да? Что я его вывел. И он у меня теперь ждет в копилочке. Так, берем Келлинкина. Так, Гигантофия, в принципе, тоже. Интрикотерия можно сюда еще подобрать. И против Уинтотерия мы возьмем... А что мы возьмем против него? Да вот Гасторнис тот же самый. Да, друзья. Вот такие у нас три степных животных будут. Начнем с атаки сразу же. Глиптодон получает первый удар, и сразу половину здоровья мы у него отняли. 77 к атаке, это вообще, ребят, смешно. Естественно, будет он брать у Интотерия, которого более-менее мощная атака. Но я думаю, что... А я пропишу. На тебе. Так, половину здоровья отняли. Ну и что ты будешь делать, парнишка? Вот что ты будешь делать? Он берет и атакует, ребята. Раз, два, раз. Он подписался. Все, ребята, он подписался. Так, выходит Гигантофия. У нее 107 к атаке. Три будет сливать. Естественно. На. Так, Индрикотерий. Ну что я тебе хочу сказать. Раз, два. И птичка готова. Вырубаем. Нормуль. Так, и выходит опять же этот Глиптодон, которого мы не добились с тобой в прошлый раз. Бомбс. Одним словом, ему крышка. Давай, Андрикотерий, распечатай его. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Мы его подбили. Так, у нас... У нас следующий, последний поединок. И здесь... Ага. Значит, берем с тобой мамонта. Против Смилодона мы возьмем Паноктуса. А против Эриматерия у нас будет выступать Уртинотериум. Вот такая у нас будет команда. Ну что, сразу с атаки начну. Естественно, ребят.
Бамс. Ну и что он сделает? Он меняет. Он берет энергоматерия. Ох, парнишка. Ох, парнишка, не пожалеешь ли ты о своем действии, а? Ему крышка. Бумс. И выпадает Смилодон. У Смилодона 377 к атаке. Довольно приличный. Он делает один удар. Ну, а мы берем с тобой Паноктуса. Мы берем Паноктуса и делаем две атаки. И все, ему крышка. Ах, нет, ребята, Смилодон выжил. Мы посмотрим, что он сейчас тут сделает. Меняется. Но вряд ли у него получится нас пробить. А вот у нас, скорее всего, получится. Но я, наверное, сделаю вот так. Раз, два, раз. Да чтоб тебя. Хорошо, он опять меняется. Ну что, по-моему, пора с ним тут закругляться. На. И вот опять же вылазит Элосматерий. Да, подбил он мне моего мамонта, к сожалению. Но все, ребята, а тут... Тут мы его уже завалим. Все. Отлично. Я тебе говорил, что мы сможем победить, и мы победили. Остается только лишь забрать награды. Колесо призов, на котором нам выпадает... Нет, чтобы Димитродона брать. Дают мне какого-то Раджазавра. Недаром не нужен этот Раджазавр. Кстати, а что у нас вот здесь вот? О, ерунда какая-то. Так, схватка чемпионов, могучие деньги и еще зубасти. Это что у нас там? Хищники. Три хищника. Твою дивизию. Горгозавр, Дилофозавр, Глитронакс. Ребят, я вряд ли здесь смогу с ними справиться. Могучие деньги, ну что тут? Только редкие два. Ну, давай, давай, получим с тобой могучие деньги, а что там? Значит, здесь я возьму Кулазуха. И, ну, да, нет, ну, Дозуха не буду, вот Диплотадоры. Сейчас мы быстренько с тобой с ними разберемся. Что там у нас? Монолофозавр, да? Давай атакуем сразу его. Окей. Ну, что он тут нам сделает? Ну, атакует в ответочку. Ага. Ну вот птенчик и допрыгался по ходу дела. 458. Ну что, говорим ему до свидания. И выходит Афиакадон. Ну что, Диплотатор? Да-да-да-да-да. С ним тебе вообще на изи разобраться. И плюс одна победа к нам падает в копилочку. Все, откатился. Так, ребят, ну... Давай смотреть, кого они нам подсунут на этот раз. Так, ну, битва-то. Смотри, опять то же самое. Ну, здесь, я думаю, даже... Можно взять вон Карнораптора и еще одного Карнораптора. Нам, как говорится, нам либо амфибию брать, да, либо хищника. Так даже будет, наверное, еще и лучше. Поехали. Сам видишь, у них очень мало здоровья, так что мы сейчас их тут раскромсаем. Вот что он будет делать? Ничего. Ага, он решил все-таки наказать, да? Он ничего не стал делать. Раз, два, три. Раз, два. Ну, все. Ну что, остается Монолофозавр 39 уровня.
Он, конечно, сможет нас подбить. Но он забывает тот факт, что у меня еще есть один карнораптор 10 уровня. И 6 очков действий, которые я перевожу в атаку. Ну и, соответственно, мы его уничтожаем. Все, ребята, остается нам последний с вами поединок. Продержаться и получить награду. Тут два монолофозавра. Ну, я думаю, что здесь карнораптор взять и диплотатора. Они там... Даже можно было, кстати, кого-то пониже там взять, найти. Ну ладно, раз уж взяли, так взяли. Поехали. Он немножко аж прям припупел, я смотрю, этот монолофозавр. Не ожидал удара, да? Так, это мы знаем школу вашу. В убыток себе пошел парень. Он взял защиту, а я и не воспользовался атакой. Вот и все, ребят. Так, ну что, одного удара ему будет более чем достаточно. Остальное я просто перевожу на диплотатора. Хотя можно было бы и здесь, конечно, взять защиту. Но я уже решил действовать именно вот так. По-крупному, так скажем. Ну что, бомбим. По полной программе. И, друзья мои, победа за нами. Так, открываем с тобой набор. Выбирает нам деньги. 260 очков доверий. Так, ну эту випку я не знаю, стоит ли вообще проходить или нет. Еще зубасти я вряд ли подтяну. Встреча с боссом уже, ребята, не актуальна. Да и к тому же вылетает постоянно. Дай-ка я посмотрю, что у нас тут. Так, это забираем, это забираем. Примите. Так, PvP, используйте ускорение и собрать 3 мода. Ну что, давай моды, наверное, соберем. За деньги будем, да? Поехали. Потому что денег у нас почти 20 лямов. Как бы больше всего, поэтому их, естественно, и тратим. И достается нам с тобой отвлечение. Дальше делаем. И здесь нам выпадет бодрость. Увеличит запас УЗ всех союзных существ на 500. Ну, неплохо, в принципе. И давай один редкий, так сказать, попробуем открыть. Может, что нормально выпадет. Лучше, конечно, бы пак. Но нам выпадает пронзающий укус. Так, теперь, что я хотел? Зайти и посмотреть на наши инкубаторы. Здесь 9 часов, 3 дня, 3 дня, 11 часов. Блин, еще выводиться и выводиться им. У нас вот здесь вот простаивает место. А где у меня индоминус? Или индоминус? Я его куда-то вот здесь вроде бы ставил. Так, это у нас ютиранус, это все не то. Здесь надо, кстати, вот это вот пособирать. Монетки. Так, погоди. Где вот это он? Ну-ка открой. Я у тебя не забрал, оказывается, награды, а? Сидит он там. Тихушечку. Так, давай здесь заберем. Так, используйте 3 ускорения. Как я ускорение сейчас сделаю? О! Ты посмотри, сколько, ребята, она прибавляет, а? Слушай, давай-ка я, наверное, еще закажу парочку. Так сказать, сделаем расширение территории. Причем у нас очень мало места. А динозавров у нас прилично. Вот куда же я индоминус это делал, а? Скажи мне на милость. Я не помню. Вон он, друзья мои, ходит. Вот он, индоминус Рекс 10 уровня. Так, ну что тогда нам надо делать? Пойдем, наверное, на арену. Арену мы будем проходить, знаешь, каким образом? Правильно, ты догадался? Именно здесь. Так, что такое битва? Погнали, ребят. Начнем, наверное, с самого-самого хвоста. Ну, где-нибудь отсюда. Ну что, возьмем микропозавра, анкилозавра и аэротитана. Погнали. Для начала, я думаю, этих динозавров будет достаточно, чтобы, ну, хотя бы сделать пару побед.
А нам нужно с тобой три ПВПшки сыграть. Ведь арена считается как ПВП, насколько я помню. Ой, ой. А чё так круто-то? Так, ну этого мы сразу выносим. Аллозавра как будто здесь и не было. Так, алангозавр. У него ничего не получится, ребят. Против меня ничего не выйдет. Меняет. И что он этим добился? Потому что я его сейчас уничтожу. Блин, не вышло. Ладно. Ну давай там что-нибудь соображай со своими 44 атаками. Ах ты вот так. Ты решил по-крупному сыграть, парень. Друзья, он решил по-крупному сыграть. Не тут-то было. Так, Эртитан, иди сюда. Пшикни это чучело отсюда, пожалуйста. Чтоб я его здесь вообще не видел. На тебе. Ну и вызывает он опять же алангозавра. Так, у него 83 к атаке. Ну, ему хватит 4 атак, чтобы меня забомбить. Только есть ли в этом смысл? Ну, просто для понта, что я вот завалил Эртитана. Тогда да, есть. Все, до свидания. Эртитан просто с легкостью расправляется с динозавром. Так, ну что, первый, ребят, победа есть. Динозавров еще много. Не знаю, как мы сможем далеко пройти. Насколько я помню, уже 3 дня, как это событие открыто. То есть оно уже скоро практически будет закрываться. Я даже из детенышей не вышел, прикинь. Так, ладно, давай крутить. И заберем мы с тобой 15 600 монет. Мало, но ничего не поделаешь. Так, давай смотреть дальше. Что у нас тут еще есть? Я возьму Ихтиостегу. Я возьму, наверное, Димитродона и Птеранодона. Не знаю, ребята, мне кажется, пока вот таких вот хватит. 10-х уровней именно, потому что мы еще в лиге детенышей. Хотя ты видел, уже алангозавр у него был. Упс. Ничего себе. Лига детенышей, тут уже горгозавр 3-го уровня. Это непорядок. Это, друзья, непорядок. Что он там задумает? Он, наверное, будет меня атаковать. Ну, попытается, по крайней мере. Или же он... Не, меняться ему смысла нету. Так, вот это уже интересно. Ладно. Вот, все, ребята, он пошел себе в минус. Откровенно говоря. Но он, скорее всего, сейчас меня вырубит. Он ничего не стал делать, удивительно. Так, Птеранодон, будь добр, выйди, пожалуйста, сюда. Раз, два, три. Я думаю, что этого будет более чем достаточно. Да. Вырубили. Так, ну что, выходит у него Карнотавр. Имеет он 104 атаки, плюс 5 очков действий. И он сейчас будет, скорее всего, 5 очков действий сливать. Наверное, да, я так думаю. Да, 5 очков действий сливает. Так, мне бы, конечно, Ихтиостегу бы сюда лучше взять. Ну и Димитродон тоже будет норм. Значит так, раз, два. А остальное все на допочки. На-ка. А вот и прекрасно. Горгозавр вышел. Вот сейчас посмотрим, что он будет делать. Все, ребят. Победа. Давай, давай, Димитродон, бомби его. Бежит, бежит, бежит. На. Ха. Прекрасно.
Ну что, это второй PvP-бой, получается, у нас, да? Выполнен. Так, и мы наконец-то переходим с тобой в добытчики. Лига добычи. Дайте баксы мне, пожалуйста. Но не отдает мне ДНК. Всего 40 штук. Конечно, это мало. Ну что, давай смотреть. Здесь я возьму, наверное, Скафагната, Велосираптора и Ютер... Нет. Эниозавра. Посмотрим. Почему-то мне кажется, чем круче мы берем динозавров, тем круче нам дают соперника. Как-то так это работает. Лимноцелис, стегозавр, стегозавр. Ну что же, я тебе хочу сказать, что шикарно у нас тут выпало. Лимноцелиса мы сразу вырубаем. Хлоп. И нету. Стегозавр. Имеет 72 атаки и 187 хп. Что он сделает? Атакует. Ну иди сюда, родной. Повеселись маленько. Ах ты. Ах ты, жук. Поставил все-таки защиту, да? Стегозавр, давай, не выноси мне мозг. У тебя всего лишь 24 атаки. Тебе, чтобы пробить почти 500 хп, вечность тут придется бомбиться. Вечность. Отдохни. Так, ну что, следующий стегозавр выползает. Ну, друзья мои, это действительно бесполезно. Погнали. Вот и все. Вот мы и выиграли. Так, ну что, переходим с тобой на следующий поединок. Двадцать четвертая позиция, здесь нам достается 23 тысячи монет. Так, давай дальше интересоваться. Возьмем эрликозавра, антаркопельта. Как он там? Антарктопелта. Твою налево, это же надо так. Аркантопелта. Давай я возьму, наверное, Ютерануса здесь и... Капразуха. Вот так у нас будет два легендарных динозавра и один обычный. Или редкий он. Редкий, по-моему. Нет, обычный. Упс, эрликозавр, тебе что-то не везет. Не повезло тебе с выбором противника. Ладно. Меняем на капразуха. А он-то пижару возьмет сейчас, да? А он сейчас, как самый умный, возьмет топижару. У него, блин, два летуна. Так и есть. А чё ж ты не стал атаковать-то? А, парнишка? Ну, давай посмотрим. Он испугается, он побежит сейчас меняться на велосираптора. Такие когтища, ё-моё. Ну что? Ты думаешь, такой деловой, что ли? Я не могу понять. И на тебя управа не найдется? Гуляй. О, ты пижара. Ты пижаре придется все слить, чтобы меня подбить. Да-да-да-да-да. Дальше она встречается с Ютерамусом. Ютерамус ее с одного удара, ребята, выносит. Остальное все скидываем на эрликозавра. Хотя даже, наверное, эрликозавра не понадобится. Мы здесь и сами справимся.
Ну что, Гац, давай делай что-нибудь. Делай свои действия. Ничего он не стал делать. Наивный. Ах, наивный же ты парень. Вот и все. Был пацан и нет пацана. Разобрались. И с превеликим удовольствием я перехожу на следующий поединок. А мы с тобой уже на выживших 25%. 95-я позиция. Худо-бедно продвигаемся. Так, что же? И это еда. Ну что же, очередная схватка, ребята, очередная схватка. И выбираем здесь. Я возьму, наверное, Афеокамима, Астафрикозавра. И с... нет, Сфинкодона не буду, наверное, Скафагната. Ну я не знаю, ребята, уже лига-то будет повыше, поэтому такой вот составчик уже может не проканать. Секешь, знаешь, чем я? Тропиогнат, Ихтиостега и Надозавр. О как. Так, ну что, Тропиогнат долетался уже. Ихтиостега у нас выползает. Что-то мне подсказывает, что Ихтиостега тоже доползалась тут. Рискну. Блин, так и думал, что защиту возьмет, а? Ну что, потеряли мы своего Афеокамима, потому что этот сейчас просится его уничтожит. Так, выходи-ка сюда. Вот так вот будет достаточно. Ну и последний, это у нас Надозавр. Блин, с такими этими, да? Шипами, чешуйки, я не знаю, как это назвать даже. Так, берем, наверное, Астафрикозавра. И атакуем. Все. Так, и переходим с тобой на 81-ю позицию. Так, крутим рулетку. ДНК. 75 ДНК, но это, конечно, мало. Так, теперь возьму Анкилодока, Алангозавра и Пеликанептерикса. Сейчас посмотрим, что нам здесь подсунут в ответ. Бонитозавр, Афеокодон. Понятно. Ну что же, этого вырубаем сразу же. Так, выходит Афеокодон. Сколько у него? 80 хп? Ты серьезно? У него 80 хп. Он еще и меня тут атаковать решил. Давай ударчик пропишем один. Так уж и быть. Так, ну и Диплокаулс. Что он тут? Что он может сделать? Я не знаю, ребят. Ничего. Будем честны, он ничего нам не сделает. Так, а я пробиваю по полной программе. Все.
Ну что, наша очередная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Интересно, сегодня докуда мы сможем дойти? До какой лиги, так скажем? Так, выжившие. Ну, наверное, мы здесь с тобой и остановимся на выживших. 67-е место. Очень медленно продвигаемся. Так. Ну что же, ни одного доллара не дали мне, а? Что же вы так? Я думал, хотя бы доллар подкинут. Но, видишь, они не стали. Так, ну что, тропегоптер. Анхилодок. И Таникал Агриус. Вот такая вот команда. Не знаю, может быть, надо было эти Таникал Агриуса нам скрестить, чтобы они были уже 20 уровня. Ой, Найзавр, Кетса. И кто там еще у нас? Не успел. А, Афиакамин, по-моему, да? Так, ну-ка поменяемся. Ну и что ты сделаешь? Да ничего ты не сделаешь. У меня один-то Таникал Агриус справится со всеми. Минус. Ну, четвертого уровня, понятно. Так, вылетает Кирца. Ну, давай, Кирца, что ты сделаешь? Ничего. Тогда до свидания. И последний это Галимим. 44 к атаке имеет. 227 хп. Тут уже любому понятно, что ему крышка. Соотношение, ребята, хп и атака, сам видишь. То есть мы его вообще с любого удара бы вынесли. А он аж целую пачку пропустил. Вот такой вот этот Таникал Агриус. Так, смотрим. 53 место. Уп, выпадает нам еда. Ну что, берем Стегоцератопса, Таникал Агриуса и Эниоморфодона. Блин, ну, мне кажется, долларов не хватит, ребята, чтобы здесь отыграть полностью. 41 бакинский остался, всего лишь. Всего лишь 41 доллар. Это, конечно, мизер. Кейчи. Вот так вот. Ну что, с удара? Вырубаем его. Пахицефалозавр. Пахицератопс. Выполз, выполз. Ну что, будешь атаковать, нет? Я сейчас на Таникал Агриуса буду переключаться. Давай смотреть. Ну тут понятно, тут шансов вообще нет у него выжить. Раз, два, три. А, до свидания. И Дейнахейр. Как он ужасно выглядит, а? Но у него когти меньше, да? Чем у Тиризинозавра этого. Все. Легче легкого. А где у меня Индоминус-то находится, интересно? Так, переходим с тобой на 39-ю позицию. И... ну, конечно. Конечно же, надо еда. Не, чтобы 100 долларов дать. Еду! Где Индоми... а, вот он где находится у нас. Не в самом дне, да, так сказать. Берем у Эрхозавра. Индоминуса возьмем и... Тапиалозавра.
Итак, кто там против нас будет выпендриваться? Покажите, пожалуйста. Дракорекс, Кентрозавр и Джунгариптор. Такая вот команда. Я, наверное, сделаю вот так. Такой малыш, да, сразу обделался. Обделался сразу же, как увидел моего Индоминуса. Индоминуса, во. Эть, парнишка. Парнишка аж тут припупел малька. На своей аватарке. До свидания. Так. Кентрозавр. 65 к атаке, 4 очка действий. Ой, да хоть ты тут заменяйся. Попробуем. Вырубаем. И опять же кентрозавр. Думал, он от меня убежал. Нет, ребята, не убежал он от меня. Чего ты? Не бойся. Смерть будет быстренькой. Все, ребята. Вот такая вот машина для убийства. Этот Индоминус Рекс. 25-я позиция. И... твою налево, а. Сколько вот таких вот моментов, да, было? Вот-вот, думаешь, рядышком, рядышком, рядышком. И фигушки тебе, а не рядышком. Так, у меня есть какой-нибудь хищник? Хочу взять хищника. Ну, пускай это будет Метрия Кантозавр. Пускай будет. То есть Диплотатор, Анкилодок и Метрия Кантозавр. Кто там против нас сейчас будет выступать? Нондагозавр, Бажиге, кто там? Какой-то Бажигептор. Сейчас посмотрим. Нондагозавр. С удара его, да? Так, кто же такой? Бажигерпетон. Это, кстати, вот новый, который, да, разыгрывался, по-моему, в прошлом событии. Мы проверим. Упс, до свидания. Скафагнат. Получится, интересно, у него вырубить меня или нет? Смотри-ка, он ничего не стал делать. А, наверное, зря. Проверим. Ну что, Скафагнат, лети, пернатый ты наш. Ну что ты там елозишь, как уж на сковородке. Зря ты так. До свидания. 722 к атаке. Анкилодок какой здоровый. Блин, надо будет его тоже скрестить. У нас же, по-моему, есть, да? 2 20-х. Так, с 11-й позиции. Монетки. Нам выпали монетки. Так, схватка. Нондагозавр, Спинораптор и Эдиоморфодон. То есть мы сегодня с тобой на арене отыграем абсолютно всех, получается, да? Тупуксуара, Монофол... Блин, вот Тупуксуара как бы портит мне всю картину-то, если честно. Давай вот так сделаем. Но
Что будешь делать, тупуксара? Не поможет. Все, рассыпалось. Так, монолофозавр. Их тут две штуки, они 20 уровня. Но это ерунда, ребят. Достаточно всего одного удара по ним. Понимаешь? И они будут отлетать как шелковые. Ну давай, родной, что ты там тормозишь-то? И аватарки в основном, да, ребята, детей. Ну, о чем говорит, что играют дети в основном в эту игру. Так, ну что, монолофозавр, давай, я с тобой распрощаюсь и пойду спокойненько на следующий поединок. Интересно, мы должны, по идее, перейти с тобой в следующую лигу. Судя вот как вот он выглядел, да, у него когти, как у велоцираптора были. Так, и вот мы с тобой в охотниках. Это мы только в охотники перебрались, ё-моё. Оп, 300 ДНК. Раз, два, три. Раджастега, птеродактиль и апатозавр. А сколько, интересно, индоминус стоит именно, чтобы заказать его по ДНК? Ой, терезинозавр, по-моему, ребят, сразу попадает, да, в немилость. Сразу его вырубаем. Мегалозавр. Так, ну что ты будешь делать, мегалозаврик? Не елось. Не елось. Сейчас получишь прямо в лось. Ах ты, пройдоха мелкий. Получи тогда гранату. Так, и паразавр. У него, конечно, здоровья много, 617, но атака 79. Ты посмотри, какие маленькие лапки у нашего Раджастеги. Ты посмотри. Такие малюсенькие. Я бы сказал, как в этом, да? Наша, не наша, это однажды в России. Маленькие кулачки. Боксер с маленькими кулачками. Так, ну что, какая позиция у нас? 91-я. И... опа! Супер-сокрушитель. Пастазух. О! Сколько очков доверия. Нормально, нормалек. Так, использовать ускорение. Так, здесь заберем. Ну, ускорение мне явно никак не сделать. Так, подожди-ка, а что это у нас тут? Что это за значок у нас? А, Индоминус Рекс, то, что мы вывели. Вот так, отлично. Так, ладно. Как нам с ускорением быть? Денег нету, сам понимаешь, не хватает. Здесь все тоже очень дорого. Дай-ка я поставлю кого-нибудь эволюционировать. И... так, у нас еще и тут место есть свободное. Так, динозавры, кто у нас хочет? Ага, анкилодок. А почему бы и нет? Давай-ка, эволюционируй. 3 часа 59 минут, ну 4 часа одним словом. Так, он, разберись. Так, это тоже все забираем здесь. Ну, в принципе, друзья мои, можно на сегодня и заканчивать серию. Да. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!